Футбол – это такая игра, где не каждый сможет ждать в сладостном предвкушении красивого гола своей любимой команды. Но несмотря на это, футбол ценит в каждом уголочке нашей планеты. Чемпионат мира 2018 тому доказательство. Футбольным безумством были охвачены абсолютно все, даже самые далекие от спорта. Люди выходили к фан-зонам, болели и срывали свои голоса. Одержав 3 победы в 5 матчах, сборная России достигла небывалых высот. Вошла в 4-ку лучших сборных мира. И я считаю, что мы должны гордиться этим результатом, поскольку ребята сделали все возможное, что было в их силах.